горячая пора и в уборке зерновых. Причем в этом году аграрии довольны урожаем. На сегодняшний день уже убрано 80% полей. Общий намолот составил 163 тысячи тонн зерна. В этом году погода благосклонна к аграриям. Лето было удачным, в отличие от прошлого, когда поля страдали от засухи. Урожай в этом году, грех жаловаться, да, хороший. Где-то от 20 до 25, даже местами 35 центнеров с гектара брали. Это хороший урожай.